Я Труднев Станислав Игоревич. Родился 22.06.89 года. Был призван в армию в 2008 году. Наш собрали в Печенге для проведения операции. Были отправлены через Белгород. Зашли на территорию Украины. Сразу же были доставлены в деревню. Забыл, как там. Дементьевка. Основная задача была взять высоту. В первые же дни потеряли больше, почти всех потеряли. В основном были потери из-за того, что люди уходили сами. Вообще я служу по ДСС 69068. В Печенгу был переведен. Это простая пехота. При выполнении операции добрались до высоты. Не смогли удержать, так как подставили и обманули товарища. Что ты хочешь сказать другим военнослужащим, которые несут или могут нести службу на этой вашей типа специальной военной операции? Возвращайтесь домой. Это не то, что здесь не надо воевать. Это не то место.